Всех приветствую. Настроиться, настроиться надо, настроиться. Так, пусть так будет, ладно, хорошо. Рассмотрим сейчас одного человека, который якобы связан с какими-то правительственными структурами. Посмотрим, что карты ответят. Валерий Соловей. Карты, скажите, пожалуйста, личность Валерия Соловья, что из себя представляет, и правда ли он связан с какими-то провластными кругами, и правда ли то, что он говорит, что это за человек, с кем он связан. Много, конечно, я назадавал, но пусть так будет. Так, давайте долго перемешивать не буду. Так. Как бы так сказать, в основе лежит карта лжи. Думаете сами, решайте сами. Карта лжи лежит. Ну, посмотрим сейчас, насчет чего это ложь. Но она в основе падает. Что у нас еще? Разрыв отношений, отмена свадьбы. Ну, разрыв отношений, возможно, это у нас разговор. Карта разговора. Или с кем-то разрыв отношений, или разрыв отношений, связанный с реальностью. Пока я связи не вижу. Но я честно говорю, то, что мне приходит, то я и говорю. Удовольствие от результата. Ну, человек получает удовольствие. Обманчивое предложение, отсутствие новостей. Человек получает, да, удовольствие, но почему-то не получает, как бы так сказать, отклика. Не получает отдачи. Ну, так карты показывают. Так, чего еще? Я просто читаю карты, не более того. То есть я не выдумываю, я просто... их просматриваю. Посмотрим. Что-то еще выпало. Так. Шестерка, восьмерка. Человек ездит. Я вижу, что он ездит. Тревоги уйдут. Тревоги уйдут, либо беседа, либо какие-то развлечения с друзьями. Развлечения, общение с друзьями. Человек умеет избавляться от тревог, он их сбрасывает. Как? Не знаю. Скорее всего, это как-то связано с коммуникациями. Вот так. Он ездит и общается где-то. Пока связи не вижу. Что дальше карты покажут? Поглядим. Известие чьей-то любви, сбор сведений, здесь есть сбор сведений, но неприятности. Ну, попадает в неприятности из-за сбора каких-то сведений. Но пока в основе я вижу здесь карта лжи, может, дезинформации, такое тоже может быть. Карта лжи ложится так, связи с кругами. Там политическими, каким-нибудь еще, там провластными. Есть, покажите, кто там вот у него, кто его крыша, кто его куратор там и так далее, и тому подобное. Ну, если есть, то это маленькие люди, маленькие карты выпадают, маленькие. Хлопоты есть по работе, но какие-то маленькие. Это не короли.
Я не знаю, выход у него есть, нет на королей, но здесь королей нету. Любовное увлечение. Ну, дело ему нравится, то, которым он занимается. Дело ему нравится. У меня девушка выпадает какая-то. Не знаю, что за девушка. Почему-то девушка выпадает. Девушка выпадает. Почему, не знаю. Тут парень выпадает, мужчина, либо хлопоты, тут девушка. Не знаю, как насчет девушка, можно ли через девушку получать какие-то сведения. Вот у меня девушка выпадает, почему? Не знаю, вот так вот. Что он знает? Знаете, о прошлом говорить не очень интересно, а вот о будущем. Вот что он знает о будущем? Там через него посмотрим сейчас, что он знает о будущем. То, что будет у нас в России. О будущем, что он знает конкретно. Если карты ничего не покажут, я скажу, карты ничего не показывают. У меня почему-то выпадает карта тупика. Либо человек ничего не знает. Откровенно ничего не знает, либо он знает в тупике. Опять девушку какую-то показывают. Я не знаю, как насчет девушки у него там, как с девушками. Через девушку получение информации. Не знаю, почему-то карты говорят, какая-то девушка. Возможно, девушка ему что-то говорит. Какая-то девушка. Я не знаю, что это за девушка. Какие она ему, может, я не знаю, там тексты составляет, еще что-то делает, на кого-то выводит. Я не знаю. Там может проигрываться, как девушка, которая работает там в каких-то структурах, допустим. Допустим, или девушки. Женский пол. В каких-то структурах работают. Ему что-то сообщают. Либо эта девушка чисто составляет какие-нибудь эти, ну, знаете, там, программы, что нужно говорить. Ну, там, тексты, которые не имеют ничего общего с реальностью. Смотрим дальше, что еще есть. Я просто читаю карты, я ничего здесь не выдумываю. Ругань, вероятность остаться одному. Ну, вот здесь какие-то провокации, да, в основании. Вот здесь королей показывают уже. Ну, язык очень длинный. Тут, карта разговора и карта почему-то дорог вылетела. Вот она здесь, карта разговора. Не нравится речь. Речь не нравится. А речь, в смысле, не нравится королям речь, она правдивая или неправдивая? Это ложь? Ну, карты лжи не выпадает, но там почему-то дама выпадает. Ну, что-то не нравится. Что-то не нравится здесь королям. Там три короля какие-то выпали, что-то им не нравится. А крыша, вот крыша. Ну, крыша где-то есть. Крыша опять короли. Крыша какая-то есть все равно. Получение информации, либо там что-то через девушку. Может, тексты какие-то через девушку, я не знаю, не буду вдаваться в подробности. Деньги приходят, да, деньги приходят, деньги есть, деньги приходят, может, от кого-то деньги приходят. Что еще? Я бы не сказал, что человек говорит всю правду. Здесь есть еще и какая-то ложь, но здесь информация, которая чему-то там мешает. Мешает информация, там какие-то короли, она им мешает. Большая прибыль, ну деньги, да, деньги, что-то там с деньгами. Это я не буду даваться, разочарование в любви. Ну, вы знаете, насчет разочарования в любви, то есть, если ты разочаровываешься в чем-то, ты ищешь отдушину в какой-то другой стезе. Ну, например, не везет тебе в игре, повезет в любви. Не везет в любви, повезет тебе в деньгах. Не везет в деньгах, повезет в каком-то ремесле.
не в ремесле, так в искусстве. Не в искусстве, так где-нибудь там, я не знаю, в спорте. Не в спорте, так в смерти. Ну, как-то так, я, в общем, это просто иносказательно говорю. Так. Ухудшение здоровья, болезнь. Разочарование в любви опять выпадает почему-то. Здесь психоэмоциональный фон больше. Ну, тут в основе еще-то какие-то конфликты ложатся. Кладутся. Я не могу проверить достоверность. Видите, там сначала выпадала ложь. Выпадала ложь. Но даже если это ложь, ложь конкретная, то она мешает. Там короли выпадают, она мешает. Проверить достоверность, опять же, я тут особо не могу. Но вот, допустим, если там у меня Путина не показывают, да, он говорит, что Путин умер. Человека короля пик показывают. Человека короля пик, король пик несет за собой ложь. Короля пик. Достоверность информации о том, что Путина нет, ну, не знаю. Так, хорошая новость от друга. Свидание с родственницей. Дальше я там говорить не буду, дальше там какие-то дела идут. Вот здесь более интересно было, какие-то три короля. Чего он знает, ну, либо он знает о каком-то тупике, либо конце, либо он совсем ничего не знает, одно из двух, что тут ложится карта, но, сведения, которые он распространяет, они вредят высшему кругу лиц, они вредят, они вредят, да. Здесь все равно есть доля дезинформации, это 100% дезинформация есть. Смерти Путина, ну, может смерть, опять же, я не могу расколоть, карты все равно на смерть такое себе, не знаю, что-то карта все равно какого-то обмана выпадает. Там какой-то человек стоит, но почему-то я не вижу самого Путина, там какой-то другой человек стоит. Там король пик стоит. Там король пик стоит. Достоверность информации, которую излагает, получается не стопроцентная. Тут вбрасывается дезинформация, как по картам, но она мешает. Покровитель кто-то из там каких-то кругов сведения получает, получается, через какая-то женщина. Я не знаю, что это за женщина. Может, тексты пишет, я не знаю просто, что это за женщина такая. Какая-то там девушка, женщина. Как-то вот через нее. Или через нее финансы. Какая-то женщина, девушка. Не знаю, почему так. Говорю, как есть. Может осуществляться слежка за человеком. Слежка может осуществляться. Возможно, ругань, разговоры на повышенных тонах. Человек ездит. Ездит, умеет абстрагироваться, сбрасывать негатив. Такое есть. Больше ничего здесь такого прямо сверхъестественного нет. Здесь идет больше, как сказать, вброс информации. Вот так могу сказать. Вброс информации идет. Ну, знаете, вот разведчик, он может, допустим, если разведчика схватить,
Он может сказать правду, а может сказать полуправду. Вот, что-то в этом духе. Последние три карты, уточняющие карты. Что конкретно знает человек о ближайшем будущем? Опять выпадает карта, либо человек ничего не знает, либо он знает о каком-то тупике. Опять то же самое выпадает. Вот что он знает, почему-то вот тупик выпадает. Либо он знает, что наступит тупик, причем тупик наступит скоро. Это 2-3 возможно, месяца. Тупик. Ну, потом проверите сами и меня, и его. То есть тупик какой-то наступает. Ну, туз-пик показывает обычно, когда он два раза, ну, тем более, падает. Но тупик, из которого невозможно выбраться. Это до конца весны. Посмотрите до конца весны, проверьте и меня, и его. То есть, если он знает, действительно, ну, тупик показывают карты. Если он не знает, то есть, ничего, значит, вот, он ничего не знает. То есть, там глухо. Вот, одно из двух. Но здесь короткий срок показывается. 2-3. Разговоры какие-то идут. 2-3. Тупиковая ситуация, тупиковая ветвь развития, допустим. Либо человек говорит ложь, и он ничего не знает. Вот так. Но эта ложь вредит. Вредит вышестоящему кругу лиц. Вот так. Что еще? Ночная поездка со знакомым. Ну, куда-то ездит там, не знаю, что-то где-то общается. На какие-то сборы, я не знаю, там, на шабаш. Я не знаю просто там, что происходит. Карта выпадает такая, довольно-таки сильная, с негативом. Сильным таким отрицательным эффектом. Нехватка денег. Разговор с мужчиной. Ну, нехватка денег показывает. Вот он куда-то ездит. Нехватка денег. Разговоры какие-то проводит. Ну, вот так у меня получилось. Там сами проверите. То есть, карты показывают что-то 2-3. Либо человек ничего не знает. Либо он знает о тупиковости ситуации. И он что-то там говорит об этом. Вот скорое время там какое-то показывается. Какое-то скорое время. Ну, проверите и меня, и его. То есть, что-то должно произойти. То есть, в высших кругах. Там. Что именно, я понятия не имею. Карты показывают, какой-то новый порядок должен установиться. Какой-то новый порядок. Там прямо новый порядок, который, возможно, будет на документах. Вот так у меня показали карты. Спасибо всем большое. Это всего-навсего гадание. Не надо относиться к этому серьезно. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, до свидания.